Южно-казахстанские фермеры уже вовсю готовятся к весенним работам и активно ищут новую технику. Для наших сельчан такую возможность предоставили крупные машиностроительные компании Китая, Турции и Израиля. На выбор они представили более 2000 единиц сельхозтехники. В ассортименте есть все, начиная с маленькой техники, заканчивая большими сельхозмашинами. Если фермеры заинтересуются и захотят приобрести, при условии объединения мы поможем с кредитом. Предприниматель из Сулькубасского района Жумар Тулендиев сотрудничает с областным фондом поддержки фермеров уже 15 лет. Он уверен, если фонд поможет, то технику можно купить по доступной цене. Мне понравилась мини-техника, особенно сенокосилка. Она очень удобная, компактная и расход соляры маленький. Буду собирать деньги и куплю такую себе для хозяйства. Проект фонда поддержки фермеров заключается в том, чтобы дать крестьянским хозяйствам технику в кредит на льготных условиях под 15%. Единственное, что для этого надо – финансовая поддержка государства.